В Магните появилась акция 17 ноября, она запустилась. Мы уже купили фен, подставку под ножи, топорик. И решила я сегодня купить вот такой вот робот-пылесос за наклейки. Заплатила я 4999 рублей за него. Что он умеет? Литий-ионный аккумулятор 2000 мач до 120 минут непрерывной работы. Эффективен на любых типах покрытий. Назначение: уборка помещений в автоматическом режиме. Аккумуляторная батарея, вот мы видим, сетевой адаптер. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Если у кого тоже такой робот-пылесос, пишите в комментариях, довольны ли вы его работой или недовольны. Вот как он пылесосит, бьется он об преграды. Пропылесосил мне уже две комнаты. Базы зарядки у него нет, 120 минут непрерывной работы, пока не закончится у него зарядка. Подставка под ножи мне очень понравилась, потому что моя старая подставка вышла из строя. Видите, только кончик здесь втыкается, а сюда он прям заходит весь сам вот так вот. Оп! И все. Так что понравилось. Ставлю оценку 5 из 5. Муж сегодня принес вот такой вот топорик. Я уже коробочку выкинула. Резала уже здесь капусту. Мясом, я думаю, должен заниматься у нас мужчина. Я занималась овощами. Он такой, знаете, массивный, такой прям вот по-мужски. И обзор фена Royal. Я как парикмахер могу вам сказать, что этот фен можно назвать профессиональным. Единственное, что не снимается, вот эта вот задняя штуковина. Он достаточно мощный, слушайте, у него 2 скорости работы и 3 режима: холодный, теплый и горячий. И вот эта кнопочка Cool, она остужает, знаете для чего? Когда вы сушите прядь и потом вот так нажимаете на нее и идет холодный воздух, вы фиксируете прядь. Фен мне понравился, вчера буквально за 5 минут высушила волосы. Кастрюли, кстати, тоже нравятся, поэтому эту фирму я рекомендую.